Лето. Время отдыхать. Что такое отдых? Кто-то любит загорать на пляже у моря, плавать в реке или озере, гулять в лесу. А наши друзья любят активный отдых. Каждый день летом у них тренировка. Они катаются на велосипедах в парке. Делают трюки и прыжки. Они всегда соревнуются. Это экстремальный спорт, борьба и соперники. Ты падаешь, но потом снова встаешь. Опыт помогает кататься лучше. Смотрите, как они работают. Прыгают, переворачиваются, перепрыгивают через барьеры и встают на козла. Чтобы уметь кататься профессионально, нужна большая выносливость и мотивация. Попытка, еще попытка, ты пробуешь, учишься балансировать и делать разные комбинации. Теряешь равновесие, падаешь. Снова готовишься, разгоняешься, мчишься, и вот, наконец, удачный прыжок. Твой велосипед летит вперед. Это высокая скорость. Невероятно. Конечно, здесь есть опасность. Ушибы и травмы неизбежны. Нужна велозащита, шлем и наколенники. Катание приносит удовольствие и радость, а в результате приходит мастерство. А у вас есть интерес? Вы любите кататься? Какой активный отдых любите вы?